Короче, ребят, погодка так себе. Тут шел рельсы. Но по ним настолько редко ездят, ну что видно, что они почти не используются. Травой нахрен заросли. И тут я вот что обратил внимание. Тут есть какая-то заброшка, но правда подходы к ней вообще ужасные. Но мы сейчас попробуем как-нибудь к ней пройти. Ну видите, да, погода не шепчет. Дождик вообще просто льет. То снег, то дождь. Ну, в общем, я сейчас отключусь, чтобы не падать. А то у меня две руки заняты. Я и зонт держу, и камеру. И попробуем вон туда спуститься и посмотреть, что это такое вообще и как это называется. Короче, дошел я до переезда. Видите, там на две части уже разделяется железная дорога. Тут она заброшенная. И вот тут, конечно, уже стрелка разобрана в хлам. И смотрю, уже здесь здания какие-то появляются. Тут вот что-то. Сейчас я попробую вот этот овражек перейти. Мы окажемся вот там вот с вами. Ой, скользкие какие шпалы. И попробуем уже посмотреть сами здания. Так, ну что. Вот оно, первое здание. Туда я не вижу смысла как бы заходить внутрь, сами видите. Двери все перекошены. Понятно, да? Вот второе здание. Тоже непонятно, что это за строение. А еще одна. Это вообще, наверное, переезд был, судя по всему. А, тут что-то всыпали, походу, вниз-то. Да? Видите, что? Однако. О, а тут, оказывается, дверь открыта. Электрощитовая, что ли? Ну, естественно, все разобрано. Все повырывали. О, даже кусок алюминия лежит. Или что это? Вот еще. Все понавыдергивали. Ничего не оставили. Так, ладно. Вот ничего интересного было. Вот это здание. Только ведь весь прикол, знаете какой? Я опять не взял фонарь. Видите? Тоже все демонтировали. Даже здесь опасно спускаться, как в принципе и тут. Ну попробуем. Хоп. Тут вот такая вот ямища. Там вот тоже все завалено. Я, к сожалению, посмотреть не могу. А вот тут вот еще как-то можно пройтись. Но тоже, я думаю, опасно здесь. Опасно. Ну попробуем. Так.
Что-то наподобие такого уже здесь было. Мы поднимемся наверх. И оттуда уже более основательно посмотрим на саму местность. Что это и как это? Ага. Мы дальше с вами, к сожалению, пройти не можем. Вот. Потому что что-то тут все вообще разрушено. Но посмотрите, что внизу. Видите? Это вот на такой высоте мы стоим. Видимо, сюда что-то загружалось и хранилось. Песок, щебень там, не знаю. Но. И тут мы пришли вот оттуда с вами. Сейчас попробуем все это дело понизу обойти. Вот. Пока отключаюсь, потому что мне надо вниз спуститься и попробовать. Блин, ни хрена тут сколько пролетов порезали. А раз порезали, значит, это все уже умирает. Так что вот светильник оторвали. А висел он вот здесь вот 100%. Вот. Так, ладно, спускаемся вниз.